Сразу видно, что Гоголь очень любил священников. Что не сюжет, то похотливый и очень любящий обжираться священник, чревоугодник. Ну, что с ними делать, а? Каждый кум, он разный. Вот кто-то вот даст денежку, то что у меня же, я же собираю на нужды, вот. А... Кому денежку? Тебе да. денежку? Да, мне денежку, чтобы выпить. Потому что... А, выпить? На что обычно собирают люди? Выпить. Да. Ну, выпить, может быть. Импровизируем. Будем импровизировать. Сегодня Сорочинская ярмарка. Очередной спектакль про братьев наших меньших. Вот у тебя что не роль, то фитнес. Да. А у меня что не роль, то хохол. Вот к чему это? Да ни к чему. Дело не в подшивании под воротничка, а вообще ни в чем. Дело в самом подшивании под воротничка, да. А может просто мы считаем, что это такие же русские? Абсолютно. Просто это часть нашей истории, которую Конечно. Они, кстати, не признают. Они же Гоголя своим не считают. А, ну, мы считаем. Зря, что не считают. Замечательно писали. Потому что он любил над ними посмеяться. Гоголь, в принципе, любил посмеяться. Прикольный сегодня спектакль был. Давайте еще что-нибудь, может быть, скажем. Андрей! Классный был. Голушки с дымом. Да. И по Пушечке морщинится. У нас дебил. Да. Попроси Машу, чтобы она свет включила. Спасибо. Классный спектакль был. Супер. Всех поздравляю. Так, что мы скажем? С премьеры, во-первых. Поздравляем с дебютом. Спасибо. Сорочинская ярмарка. Было неожиданно, живенько, весело. Да. Очень неожиданное расположение зрителей. Скажу неожиданно. Я сам не ожидал. Дима, мастер комедийного жанра. Дима, сам был не видел, а как вы репетировали? Нет, не репетировали. Это было неожиданно. Это был сюрприз. Мне лично все безумно понравилось.
оригинальный на Никольской. Машина? А внутри этой машины стол. А машина видел? Да. И вот у этого стола можно посидеть. Как прикольно. Если слышишь.